трогал мою трубу? Мама, кто трогал мою трубу? Не знаю, сынок. Садись, покушай на здоровье. Папа, а я на базаре был. Ты трогал мою трубу? Кому нужна твоя железка, ты лучше мальчиком займись. А? Нора! Что? Я говорю, кому нужна твоя железка? Это не железка, папа. Это труба фирмы Бах. На ней играются известные музыканты. Но этого тебе не понять. Ты научился играть на дудке, но это не значит, что ты вышел в большой свет музыки. Труба — это совсем другое дело. Как ты смеешь с отцом так разговаривать? Я четверых детей поднял этой музыкой, и ты мне смеешь говорить такие слова? Тебе стыдно, что твой отец играет в ресторане? Ну, конечно, ты современный молодой человек, любишь джаз, модно одеваешься, у тебя иностранная труба. Тебе неудобно быть моим сыном, а мне должно быть удобно вас всех кормить и выслушивать ваши оскорбления. Хватит! А если хочешь знать, это я играл на твоей трубе. Ерунда! А если захочу, я так же хорошо буду играть на трубе, как на дудуке, потому что я настоящий музыкант. Кому не нравится, пусть не слушает. Пойми. Ой. Ну, Родя. Воды. Воды. Пойми, ну, Родя. А что, дядь? А? Выпей. А? Выпей, дорогой мой. Выпей. Говорит, гости пришли. На вечер. Неси на этаж, не в кино пойти. Татуру на вечер не оставишь. А? Извини. Хорошо. Если плакать начнет, хочу сказать, что что-нибудь хорошее сыграли. Надо подписать. Ага. Вот здесь. Что они играют? Репетируют. Здрасте, здрасте. Люблю его. Все любят. Хочу, сыграй мою любимую, а? Аполлон Константинович, я же вам вчера 3 раза сыграл. Не надоело? Не надоело. Прошу. Моему давлению помогает его музыка. Как обычно? Нет, сегодня двойную порцию. Хорошо. Сыграй хочу, и до понедельника не побеспокою. Ресторан что, не работает?
Прошу вас. Спасибо. Это не ресторан, это лечебница. Хочу, не ридзо. А ложи трубу. Привет, мама. Что это? Купил. Фюргансон. Ага, молодец. Папа, мне сказали, что тебе директор ресторана заставляет по три раза одно и то же играть. Хочешь, я зайду, поговорю с ним? Не надо. Я играю, он слушает. Ведь лечится он. Опять трогали мою трубу. Папа, послушай, у меня к тебе дело. Понимаешь, нам нужна для концерта старая тифлисская мелодия. Если сделаем хороший номер, будем выступать на Тбилисобо в концертном зале филармонии. Может, ты вспомнишь какую-нибудь тему? Я бы сыграл соло на трубе. Мелодии много, сынок, но вряд ли ты сыграешь. Да это же просто. Тома сделает оркестровку. У меня моя партия будет написана на нотной бумаге, черным по белому. Вот и вся музыка. Понял. Значит, смотришь в ноты и дуешь в трубу. Да, папа, да. Прошу тебя. Вспомни, а? Ребята на тебя надеются. Хорошо. Принеси нотную бумагу. Я тебе напою, а ты записывай. Нет, нет, все это не то. Неужели у сына твоего отца отсутствует тот внутренний нерв и душа, которая нужна этой теме? Что ты этим хочешь сказать? Я играю так, как ты написал. То, о чем я говорю, на бумаге не напишешь. Ты сходи к отцу в ресторан и послушай, как он играет. Это ж труба, Томас, труба, ты понимаешь? Попроси отца, чтобы пришел к нам на репетицию. Пусть послушает. Я думаю, он скажет что-нибудь дельное. Привести отца. Да, очень попросите привезти. И еще, не забудь, Лерри, завтра ты играешь в филармонии. Кричу! В чем дело, мальчики? Здравствуйте! Праздник уже начался, не идет Хэчо? Хэчо не может пойти. Почему? Сегодня Лерри играет в филармонии, да, и Хэчо очень попросили присутствовать. Подожди, сынок, за такую игру тебя забросают тухлыми яйцами. Стыдно будет. Что же делать, дядь Хэчо? Жалко, я не взял с собой дудуки. А то показал бы, как надо играть. Понимаешь, Лерри, во-первых, надо приглушить звук трубы. Вот этой штукой, как она называется? Сурдинка. Да, и надо играть под звук дудуки и имитировать его на трубе, понимаешь? Такой звук на трубе издать невозможно. Так даже Фюргансон и сыграет. А кто он такой? Самый известный трубач. Фюргансон, Миргансон, я не знаю. А ты, мой сын, ты должен сыграть. Попробуй еще раз. Послушайте, ребята, я иногда баловался этой трубой, когда Лерри дома не было. Может, попробовать мне, а? Пожалуйста. Thank you.
Он так не сыграл бы. Кто это? Уже никто. Мери, папе надо шить новый костюм. Стыдно. Что скажут люди?